Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про аффинпинчера. Родина аффинпинчера – Германия. Именно в этой стране в 15 веке представители породы вывели для борьбы с грызунами на кухнях, в амбарах и конюшнях. Сегодня аффинпинчеры распространены по всему миру. Эти собаки – прекрасные компаньоны. Порода очень интересная, она старая, она с 15 века известна. То есть это, в принципе, родоначальники всей группы пинчеров-шнауцеров. Порода немецкая, отличается огромным умом, очень направленная на человека, очень любит человека, любит именно общение с человеком и не на уровне как бы подчиненного, а на партнерских отношениях. То есть с ними можно общаться просто как вот с друзьями, с партнерами. Это спутники жизни фактически. Аффинпинчеры имеют небольшие размеры. Рост в холке у представителей породы обычно составляет от 25 до 30 сантиметров, а вес в большинстве случаев колеблется от 4 до 6 килограммов. Шерстяной покров у этих собак жесткий, густой, подшерсток мягкий и слегка волнистый. Аффинпинчеры любознательные и игривые. Эти собаки любят общаться и быть в центре внимания. При правильном воспитании и социализации с самого детства представители породы способны хорошо уживаться с другими животными и отлично ладить с детьми. У меня в доме кошки. Они очень любят кошек. И миф о том, что аффинпинчеры не переваривают кошек, это совершенная чушь. Они очень хорошо к ним относятся. И вообще аффинпинчер считается как бы помесью петуха, обезьянки и кошки. Есть такая легенда, то есть у них есть такие особенности от котов. Они по поведению даже ближе, наверное, чем к котам, нежели вот к обычным собакам. С детьми достаточно спокойно, но дело в том, что аффинпинчер как собака, которая предпочитает все-таки выбрать одного хозяина, конечно, она выбирает по мере возможности более взрослого человека, которому она доверяет. Но у меня есть как бы варианты, когда дети уже... почти подростки, 10 лет, берут домашнего любимца аффинпинчера и прекрасно с ними контактируют. Это они именно для него становятся единственным хозяином, который вот один на всю жизнь. При уходе за аффинпинчером необходимо уделять внимание шерсти питомца. Ее нужно регулярно расчесывать. Купать животное рекомендуется по мере необходимости. Также нужно следить за состоянием глаз, ушей, зубов собаки и вовремя чистить их. Когти лучше подстригать раз в 3-4 недели. За шерстью уход не настолько сложный, если как бы соблюдать основные гигиенические требования, содержать ее в чистоте. Существует как бы несколько вариантов. И груминга, и содержание собаки и в домашних условиях, и для выставочных собак есть соответствующий груминг, который можно как бы делать там и раз в неделю, и раз в 2 недели, и раз в месяц. То есть если собака выставочная, конечно, к ней прикладывается гораздо больше усилий, чем к домашнему любимцу, которого можно грумить, треминговать раз в 3-4 месяца, но содержать в чистоте, соответственно. Но любая собака требует ухода, содержания, в общем-то, и все. Средняя продолжительность жизни аффинпинчера составляет от 12 до 14 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!